Крупнейший за последние 12 лет теракт в Великобритании прогремел накануне вечером. Погибли 22 человека, около 60 пострадали. Белорусов среди них нет, сообщили в МИД нашей страны. Инцидент произошел на стадионе в Манчестере, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. На стадионе находились в основном дети и подростки. Многие из них сейчас считаются пропавшими без вести. Известно, что на выступление звезды пришли посмотреть почти 20 тысяч человек. Мы еще были в зале, когда раздался взрыв. Я сразу помчалась к выходу. Помню, чтобы успокоить людей, говорили, что это хлопки воздушных шаров. После концерта все начали вставать, чтобы покинуть площадку. В этот момент прогремел взрыв. Все сорвались со своих мест, люди кричали и плакали. Мы же просто оцепенели. Прежде чем куда-то бежать, мы пытались найти дверь, к которой можно было пробраться. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования королеве Великобритании, родным и близким погибших и пострадавших. Как сообщил журналистам глава манчестерской полиции Ян Хопкинс, взрыв на концерте осуществил один человек, который пронес взрывное устройство с собой в рюкзаке. Известно, что арестован 23-летний подозреваемый. В расследовании задействовано более 400 офицеров.